Дожди с грозами пройдут на юге и юго-востоке Казахстана. Осадки ожидаются в Алматинской и Туркестанской, а также Мангыстауской областях. Об этом сообщили в Казгидромете. Ночью в центре области Житысу заморозки до 2 градусов. По республике усиление ветра. В 9 регионах сохраняется высокая пожарная опасность. В Астане будет ясно, без осадков. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла.